Всем привет! Сегодня с вами Лера, и мы будем разбирать трюк, который называется Джанин Твист. Для того, чтобы выполнить этот трюк, вы делаете вис на дальней ноге, затем поднимаете плечи, перехватываете ближнюю руку над ногой, дальнюю заводите за пилон под мышку и берете ногу двумя руками, прогибаете в спине. Если вам нравятся мои видео, не забудьте поставить палец вверх и подписывайтесь на мой YouTube-канал, если вы до сих пор это еще не сделали. Добавляйте ко мне в Перископ, теперь мы занимаемся в прямом эфире. С вами была Лера, успешных и продуктивных вам тренировок. Всем пока-пока!